Возвращение легенды. Впервые за 15 лет группа «Ва-банк» сыграет в студии РЕН-ТВ. Мы удивили искушенных русских меломанов. Профессиональный дипломат и бунтарь, рок-звезда и пропагандист здорового образа жизни. Человек, который ломает все стереотипы. Это первый российский рок-музыкант, который оказался на воюющем Донбассе. Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк» в музыкальном шоу «Соль». В воскресенье, сразу после программы «Добро в эфире».